Это картон и темпера. Картон и темпера. Угу. Вот, 67-й. Это навеяло мне моя тетушка выглядывала в окно, и я вот засек этот момент. А этот дом, что-то он какой-то, я его не помню. Это какой-то просто фантазия была вот этого дома. Я пробовал кисть, да. Так, а что это за период был у вас? Скажите, это были первые работы? Это, это первые работы были, да, 67-го. Я начал писать под влиянием армянской живописи. Я был знаком очень... мы даже у Сарьяна бывали. С Качаром я был знаком, но немного. А вот с Минасовым Витисяном, замечательным художником, мы с ним дружили. Ну, сколько я там был? 3, а потом поехал, как Параджанов мне нарисовал, чтобы ты поехал в Зангезур. Это область мечты. И в Зангезур, это называется, бьют колокола, что-то такое с колоколами связано. Это такая область, очень интересная область. И я поехал в Гарис и в Кафан. Вот, и пешком всю Армению обошел я, и не только Армению, а и Грузию, и Прибалтику, и все это с этюдником, и все это делал. Вот, так что поэтому, но тут уже понимаете, виден, уже виден совершенно, уже это я, вот, и... Эту работу я помню хорошо. Вот видите, как это темпера и это. Небольшая работа. Картон. Где-то пол планшета. Может быть, даже меньше. Uh-huh. Это картон гуашь у вас написано, что это. Харьков. Чего она в Харькове? Кто-то купил, Гринёв, да, вы говорите? Да, это... да, он из Харькова. Ну, я его не знаю лично, но я слыхал о нем кое-что, да. Ага, так что он эти работы приобрел ранние, он приобретает ранние. Грин-арт, да, Жинка с детьми. Ну, ничего не могу по этому поводу сказать, кроме того, что это навеяно моей тетушкой, которая выглядывала в окно. А моя племянница, у нее вот это вот под боком сидела. Вот, живо. Видите, тут 60 на 50. Ну, я почти угадал. Но я не знаю, откуда взялся этот дом. Вот это вот с такими пустыми окнами. Какой-то дом подвернулся. Ну, я разминался, может быть, там, знаете, мотив какой-нибудь вспомнил. Просто он же и закомпоновал не так, как я любил композиции, все, а тут так, фонарь. Что ж, где же это такое? Где-то это, может быть, венецианское что-то навеяло мне, вот я где-то что-то видел. Как меня спрашивают, вот, например, это работа Таллин, Ратушная площадь, вот, это Таллин, да, а это... Я очень люблю этот мотив. А этот, сидящий между домами, я тоже люблю эту работу. Вот видите, там, это пастель. Период тот же, 60... Так я в 64-м начал писать под влиянием армянской живописи.